Gato mueve, mueve tu culo, mueve, toda la gente mueve, claro que sí que mueve, es un mandato, mueve. Всем привет, с вами Император Prime, и сегодня будет бой у нас на объекте 140, как вы видите, у нас 53 на победу. Карта Ласвель. И что же мы сделаем? Как нужно светить на СТ? Кстати, подходящая карта просто для засвета. Не только там для дамага, а вот именно для засвета. Некоторые просто не знают, как сделать первичный засвет, как выжить после него. То есть, ну, вот такие моменты. Вот впереди летит бульдог, то есть хочет сделать первичный засвет для того, чтобы поднять КПДшку и всю остальную хрень. Но, смотрите, что делаю я. Просто рискую. Смотрите, уже два танка в засвете. Смотрите дальнейшие мои движения. Я просто еду и делаю вот так. Просто на ходу. 49-ка просто уходит. Смотрите, засвет. Просто какой засвет. Еще плюх у 49-ки. И просто начинается кипиш. Такой кипиш. Смотрите, должны наши отрабатывать. Просто отрабатывать по засвету. Но никакого хера отработки нормально нету. Да, зашибись, одного, конечно, разобрали. Тут по четверка, которая просто кто куда убегает. Это просто жесть. Вот. Тем не менее, я прячусь за удобной позиции. Почему? Потому что здесь четверка, которая вообще поехала, меня не достает. То есть в городе пусто. Здесь только одни могут меня доставать. А враги, которые стоят вот здесь. Вот. И то они что там делают? Пока ни хрена толком. Я постепенно делаю подсвет. Свечу, 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 свечу. Еще плюха. И вот таким образом, короче, у нас это все происходит. Опять же, стою. Пытаюсь четверку засветить. Четверка в засвете. Ставлю на каточек. Вот, может кто-то там, конечно, отстреляет. И решаю выезжать. Смотрите, выезжаю. Ну, просто так бросил. По маусу. Маус. Маус просто стоит. И все. Смотрите, Лорен мне набросил. Конечно же, попало. Ну а что? Что еще нам остается? Мы стоим пока здесь. Почему? Объясняю. В такой ситуации. Потому что у нас, смотрите, с правого фланга подтягивается группа наших союзных танков. Вот. Когда они доедут вот до этих квадратов, я смогу сделать подсвет им, чтобы они отсюда могли вот сюда прям по базе накидать. Естественно, и сюда. Вот. Хотя понимаю, что этот фланг бросит. Ну, тем более, там еще пару танков у нас есть и плюс яга. Так что пока. Думаю, вот так вот, короче. Вот, прорывают уже танки. Правый фланг. Я, естественно же, выкатываюсь. И переезжаю к другому камушку, так как уже чувствую немного расслабленно. И даю Лорейне плюху, сложусь. И просто накидываю потихонечку, потом могу. Тут арта, пытается арта. Это означает, что арта, ну вот она даже в засвете. Бульдог уже петляет, 704 плюху, промазал. Вот, не вижу, не вижу. Зато вижу ИСа 8. Который, смотрите, что делает. Просто там куда-то спрятался, и то уже тут. А вот и арта, которая просто петляет. Еще Лорейне плюху. Уже 2800 дамага. И решаю ехать дальше. А что еще тут остается? Только так. Смотрите, накидываю арта. Выкатывается, выкатывается арта. И... баба! И смотрите, этот прыжок. Прыжок артиллерии. Если ты смотришь этот бой, ты тупое дно, которое слилось, могло бы забрать со своей пушкой кого-нибудь. Просто забрать. Но ты решил утонуть и уйти на дно. Уходи на дно. Там тебе место, мать твою. И пока арта на дне плавает, я делаю подсвет остальной группы. Чё, маус один остается. И я просто выкатываю, смотрите. Даю на ходу бачату. А что еще? Бульдог тут меня раздамажит. Ну, у нас союзный танк, который сзади меня прикрывает. Я, смотри, поворачиваю. Маус и плюху. Просто направо-налево.
Тут приходится танковать, потому что очень опасно. Промазывает арта, забираю арту. Тут, конечно же, этот чувак, ну что же делать, надо арту забрать. Арту ненавижу, ее надо убрать по-любому. Делаю таран, поворачиваю пушку, просто поворачиваю. Встаю, третий готов. Просто плюху, жесткую плюху. Вот так вот. Не пробил Мауса. И бой окончен. В общем, вот так вот. Надо посвечивать. Можно сказать, почти 4700 дамага, парни. В общем, повезло. Отлично повезло, что так засветил. Но, тем не менее, мы переходим к результатам и смотрим наши результаты. Итак, что же у нас тут по результатам? Мать его так. За этот бой. Ну, конечно, ну, мастер не мастер. Не дали тут больше за свет. Ну, короче, огульное поражение. Куча всяких медалек. Дозорного, естественно, дали. Дали разведчика. Основной калибр. И поддержку. И смотрите на результаты. Тем не менее. То есть, сделал подсвет. Сделал все нахрен для того, чтобы команда дамажила, да? Все, где это называется, сам свети, сам стреляй, сам дамаж, сам фраги делай. Короче, все делай сам, охренеть. Охренительная поддержка. Зашибись, что просто у них команда дауна, он все по нулю. Но, тем не менее, как-никак, я не понимаю, как можно было в центре настрелять больше, чем все. Просто не понимаю. Вот. Ну, даже 37 тысяч в плюсе. Вот такие вот результаты. В общем, парни, подписываемся на канал. А кому понравился бой, ставим лайки. С вами был Император Prime. И всем удачных нагибов. Всем пока.